дорогие зрители телеканала «Союз». Здравствуйте, меня зовут Ирина, я руководитель приюта «Нечаянная радость» в Православной службе милосердия. Нашему приюту в этом году 8 лет исполнилось, и все эти годы «Союз» неустанно помогает нашему проекту и нашим семьям. Истории наших подопечных порой бывают очень сложные. Профессионализм сотрудников телеканала «Союз» позволяет им рассказать о историях наших мам и детей необыкновенно деликатно, соблюдая главный принцип «не навреди». И вот наступило такое время, когда мы вместе с вами просто обязаны помочь нашему дорогому телеканалу. Для нас это очень важно, ведь мы не одни. Мы понимаем, что нас смотрят, видят, сочувствуют нашим семьям очень много людей по всей нашей большой стране. Для телеканала настало трудное время. Поддержим «Союз».